Бархатный сезон в разгаре, море теплое, солнце ласковое. На пляжах Имеретинской долины курортников масса. Это и приятные итоги сезона, но и ответственность для принимающей страны. Видимо, чтобы ничто не отвлекало туристов от отдыха, прямо на прогулочной зоне появились павильоны с квасом, кукурузой, чипсами и мороженым. Покупатели здесь пьют, едят, здесь же и ссорят. Как результат, грязная плитка, которую предприниматели не спешат отмывать. Анатолий Пахомов поставил ультиматум: либо продавцы следят за чистотой набережной рядом с ларьком, либо такой бизнес курорту не нужен. Более того, предприниматели, зарабатывающие немалые деньги в сезон, должны соблюдать трудовое законодательство. Пока же встречные продавцы затрудняются показать трудовой договор и делают вид, что не понимают, о чем речь. Я на учете не состою нигде. Я ничего не нарушаю. Мы говорим, а договор есть трудовой у вас? Ну, если бы мне объяснили, я бы все сделала. Если вы не знаете, вы что, в школе не учились? Анатолий Пахомов дал поручение проверить, на каких основаниях трудятся продавцы на набережной и в какой регион их наниматели платят налоги. Все это детали большой работы, которая необходима для развития курорта. Из мелочей складывается общая картина, которая нравится многочисленным отдыхающим. Впечатление потрясающее, все очень нравится. Набережная чистая, периодически видим, как здесь все убирается. После шторма все листочки, весь мусор. Замечательный сервис, очень внимательные все. Чисто все здесь, смотрю, постоянно стригу газоны, веточки подрезают. Молодцы. Не в каждом городе это. Отдыхали уже в нескольких местах на Черноморском побережье. Нам здесь понравилось больше всего. Современный курорт, в принципе, нормальные цены, хорошая столовая с недорогим питанием. То есть нас все устраивает. Летний сезон Сочи провел более чем успешно. Помог и Мундиаль, и рекламная кампания курорта, и тщательная подготовка к встрече туристов. Мы добились того, что у нас появились голубые флаги, что у нас чистое море. Сегодня уже никто нас не упрекает в том, что вот где-то как бы там море было грязное. Да? Ну и к тому же 60 организаций экологических мира подтверждают постоянно, что у нас море замечательное. Мы соответствуем стандартам по пляжным требованиям. Но и, естественно, рестораны, кафе работают в соответствии с теми стандартами гостеприимства, которые в городе Сочи заданы. Бархатный сезон планирует не уступать по показателям лету. Уже сегодня ясное количество курортников в нынешнем сентябре будет больше, чем в прошлом. Свою лепту в это вносят и многочисленные мероприятия, проходящие в Сочи. Только на новую волну приехало 3000 гостей. Впереди еще «Формула-1», международные турниры по разным видам спорта, множество корпоративных мероприятий. А еще похожая на лето осень, теплая море и как минимум месяц купального сезона. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.